разумные люди прекрасно понимают, что мы живем в мире, где все не случайно. Не случайно восходит солнце, не случайно наполняется звездное небо в прекрасную ночь удивительными светилами. Не случайно шумит море, не случайно идет дождь, не случайно встречаются люди, создают семьи, рожают детей, живут, умирают, уходят из этой временной жизни в жизнь вечную. И это все случайно. Тогда зачем человеку-то и жить, если все по воле случая? Но, не соглашаясь с этим убеждением, еще раз утвердимся на фундаменте веры, который открывает нам удивительные слова нашего Спасителя. И волос с головы вашей не пропадет. То есть, если даже волос с головы человека не падает без воли Небесного Отца, и все, что не происходит, мы повторяем в молитве «Отче наш, да будет воля Твоя», и верим, что все, что происходит в мире вокруг нас, происходит по воле Божьей, то тем более происходит по воле Божьей встреча между людьми. И как нам важно не пропустить эту светлую, добрую встречу с человеком, с которым мы живем, с которым мы работаем, с которым мы общаемся. И вот пусть сегодняшним наставлением будет для всех нас удивительное четверостишие, в котором так и говорится. Случайных встреч на свете не бывает. Друг другу для чего-то мы нужны. Один нам, словно ангел, помогает. Другого искренне поддерживаем мы.